В Днепропетровске завершился юношеский турнир по боксу среди юношей 2001-2002 года рождения на призы клуба «Панчер». В нем принимали участие 70 юных спортсменов из 7 городов Украины. По итогам соревнований лучшим стал Андрей Хранцов из Днепропетровской школы Олимпийского резерва. Лучшую технику на турнире продемонстрировал Богдан Середа из Днепродзержинска. Приз за волю к победе получил Данил Горячий из Бердянска.